Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной наш выпуск радиоблога. Для начала напомню вам о том, что особенно в последние недели у нас в газете нашей, интернет-газете continent.usa.com, иначе говоря, интернет-газета «Континент», появилось очень много материалов, которые, я бы сказал, с разных сторон раскрывают вот главную тему, которая присутствует в нашей жизни с некоторых пор, именно тему пандемии. Причем материалы в том числе от людей, которые сами в процессе выздоравливания находятся, что очень, кстати, интересен их опыт. Это не к тому, что там идут советы пить вам какую-то микстуру, не пить и так далее. Это, само собой, делают врачи. Кстати, врачи тоже выступают с наших страниц со своими какими-то комментариями происходящего. Но, в общем-то, я нисколько об этом хотел изначально вам сказать, а просто пригласить вас подписываться, читать, комментировать. Если что-то нравится, говорить так, что нравится. Если что-то нет, пожалуйста, критикуйте, но не будьте пассивными, читайте нас. И я думаю, что много полезной информации таким образом вы получите. И еще один момент, прежде чем мы начнем наш разговор. Вот в последнее время, опять же, не утихают даже в связи с пандемией бесконечные нападки на президента, всей левой прессы, всего левого содружества, которое стройными рядами, неизвестно, куда нас хочет привести в ближайший ноябрь, когда будут выборы. Вот очередная фальшивка от New York Times порадовала, когда они написали, что президенту Трампу, оказывается, выгодно было, чтобы была у нас эпидемия, мол, какие-то акции у него существуют, некой компании. Потом выяснилось, что это фальшивка. К чему говорю? Наверное, многие из тех, кто слушают, это уже читали и без меня могут знать. Но я хочу о другом сказать, о том, что вот на фоне вот этого всего, извините, как бы помягче сказать не могу, дерьма, есть что-то настоящее. Есть журналисты, которые работают с фактами, которые работают объективно, которые не подслащивают пилюлю для президента, не подслащивают пилюлю для его оппонентов, которые стараются разобраться в вопросе. Так вот, с таким настоящим журналистом я буду говорить сегодня. Это подруга, человек, с которым мы вместе делаем и интернет, всевозможные проекты, которые мы часто печатаем на страницах «Континента», и с которой мы ведем такую группу «Америка-2020», и людей, которым интересно будет поучаствовать, может быть, в обсуждении наших материалов, каких-то комментариев, туда приглашаем на Фейсбуке «Америка-2020». Как вы уже, наверное, догадались, со мной сегодня из Нью-Йорка Елена Пригова, и я надеюсь, что вы не пропустили ее последний по времени материал, который касался ситуации в Нью-Йорке, и я бы хотел с него-то и начать, Лен, сегодня. Добрый день. Добрый день, Чикаго. Я буквально полчаса тому назад закончила большой эфир в Национальном пресс-клубе Украины. Мы как раз говорили на эту же тему. Почему? Потому что люди уже немножко устали от потока информационного, и, к сожалению, они давно уже перестали понимать, что есть правда, что есть ложь, что есть манипуляция. Я хочу вам сразу сказать, господа наши дорогие, пресса в 21 веке в основном занимается пропагандой и манипуляцией. Это вот то, во что она превратилась. Они себя почувствовали не четвертой властью, а они подменили собой всю остальную власть. Пытаются, по крайней мере, подменить. Особенно я никогда в жизни не представляла, что я с этим столкнусь
стране свободы слова и свободной прессы. Потому что когда я вижу, что «Голос Америки» выставляет кадры, явные кадры китайской пропаганды, а я напомню, что «Голос Америки», он спонсируется федеральным правительством, то есть из наших вами карманов, вам втюхивают, я прошу прощения за сленг, вот это ложь. И это происходит вот на каждом уровне любой сегодняшней практически газеты. А мы говорим сейчас о государственной. Мы говорим о государственных поддержке государственных PBS, допустим, Public Radio, там такое количество неточностей, что тоже хочется сказать, ребят, вы существуете за государственные деньги. И вот сейчас последним росчерком пера демократов, вот в тот список мер, которые необходимы, и материальных средств, которые необходимы на борьбу с коронавирусом, вот это радио получает, я сейчас назову цифру, а вы хорошо держитесь за стул, 500 миллионов долларов. Вот так вот. Поэтому у нас иногда не любовь президенту, не любовь к тому, что делает федеральное правительство, очень хорошо проплачивается из кармана федерального правительства. Но мы не будем сегодня о грустном. Потому что говорить о грустном и говорить о печальном, с одной стороны, ну, нельзя. Нужно найти повод для позитива. Я сейчас, например, перечитываю уже непонятно в какой раз Мартина Селигмана, это известный американский психолог, совершенно потрясающий, у него психология позитивизма. То есть не думайте о плохом. Но ты открываешь все равно новостную ленту, и подневольно, подсознательно ты начинаешь думать о том, что ты читаешь, и задумываться над фактическим материалом. Работа журналиста – говорить правду. Работа журналиста – понимать границу между правдой и ложью. Работа журналиста не превратится в пропагандиста, потому что пропаганда придумывает факты, журналистика их показывает и освещает. В этом основная разница между журналистикой, которую я изучала не только на практике, но и теоретически на факультете журналистики, и тем, что нам сегодня пытаются подать под видом журналистики. Я смотрю разные каналы и анализирую разные телеканалы и разные газеты. У меня подписка, я буквально каждый час получаю новости по подписке. Я, естественно, живу в информационном пространстве. Такова моя профессия. Если я получаю какую-то новость и понимаю, что эту новость нужно проверить, я задаю себе вопрос, кто напечатал, кому выгодно, кто заплатил и кто отрабатывает чьи-то деньги. Свободной прессы у нас давно уже нет. Ее никогда не было. Никогда. Когда мне говорят о свободе прессы, мы можем найти в том или ином издании рубрику, которая называется «Особое мнение». Так вот, вот до рубрики «Особое мнение» это будет мнение редакции. И вот только особое мнение позволяет журналисту в наше время говорить правду. Я слушаю статистические данные. Я люблю работать со статистикой. При этом я люблю проверять статистику. Чего? Потому что у нас статистика – это уже тоже предмет политического торга. Кто бы мог подумать, но вместе с тем. И недавно я, на прошлой неделе, в одной из программ Такера Карлсона, которую, наверное, многие из вас смотрят, это потому что программа телекомпании Fox, я думаю, что у вас, наверное, очень много любителей этой компании. Я хочу вам сказать, господа, не обольщайтесь. Fox точно так же заангажирована, как и все остальные. Просто может быть ангажемент слева или ангажемент справа. Так вот, Такер Карлсон, он высказывает свое мнение, с которым вы, конечно, очень многие согласитесь, но это мнение всегда нужно проверять. Потому что недавно Такер Карлсон, я все-таки позволю себе зачитать данные, чтобы вы поняли, о чем мы будем говорить и о чем речь.
На прошлой неделе он дал таблицу, привел таблицу статистических данных о том, что, я прошу прощения, очень хочу найти непосредственно суммы. Ну, не важно. А, вот нашла. Он написал, что в 2018 году, ну, разговор, естественно, шел о пандемии коронавируса. Он написал, что в 2018 году только от наркотиков умерло 67 тысяч людей. 50 тысяч от самоубийства, 88 от алкоголя и 83 диабет и 606 от рака. Я села и подумала, вот существует сравнительный ряд. Но сравнивать надо яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. А когда я первые три строчки читаю о том, что самоубийство, наркотики и прочее, какое отношение это имеет к пандемии? Это пандемия глупости человеческой и преступления человека по отношению к самому себе. Когда мы говорим о самоубийстве, это свободный выбор свободных людей. И тут никакой пандемии, тем более от вируса, мы не можем это даже сравнивать. Точно так же, как возникает сразу вопрос, а в 2020 году он приводит данные 2018 года. Вот поэтому, когда мы говорим о цифрах, то мы не можем сегодня, в самый разгар пандемии, предвидеть, чем это закончится. О цифрах 2020 года мы будем говорить в 2021 году. Потому что то, что сегодня мы видим, сегодня уже, еще пару дней тому назад этого не было, было только третье место. Сегодня по уровню смертности вот каждый день вот эта пандемия коронавируса, COVID-19, уже лидирует. Она находится на первом месте, оставляя позади смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот такая простая пресса, вот такие простые цифры, за которыми стоят человеческие судьбы. На сегодняшний день, если вы откроете сегодняшнюю статистику, количество людей, которые уже, в общем-то, забрала эта болезнь, настолько страшна, что говорить не хочется. Это больше 120 тысяч уже погибших. И только в Америке это уже больше... Нет, извините, 1 800 000 погибших по всему миру. Зараженных по всему миру. И в Соединенных Штатах Америки уже больше 100 тысяч. Поэтому говорить о чем-то, как вы сами понимаете, да, Америка, к сожалению, лидирует в этих страшных данных. И мне очень прискорбно, что лидирует Нью-Йорк. Но этого следовало ожидать, потому что плотность населения в Нью-Йорке выше, чем где-либо в другом месте в Соединенных Штатах. Потому что Нью-Йорк – это два морских порта и четыре аэропорта, международных и транзитных. Потому что все, что прилетает в Америку, оно сначала прилетает сюда. И поэтому, когда мне говорят, что вот все-таки не из Уханя к нам прилетел этот вирус, а из Европы, да, потому что Ухань, она ближе к тому побережью, поэтому оттуда и началось все раньше. И то, что у нас сейчас происходит, оно настолько страшно, оно настолько сюрреалистично, что я решила сделать репортаж. Я решила посмотреть на материализацию трагедии, но не со входа в больницу, где люди совершают героический подвиг каждый день, потому что одни совершают подвиг борьбы за свою жизнь, а другие совершают подвиг борьбы за спасение вот жизни. И при этом они, эти врачи наши, медицинские сотрудники, заболевают и отдают свои жизни. На сегодняшний день больше 120 человек, которые отдали свою жизнь профессии врачей, уже погибли. Это в мире. В Америке эта цифра растет каждый день. Она каждый день растет в наших деталях. И мы не будем сейчас говорить, кто виноват, кто не виноват. Впрочем, мы поговорим, наверное, на эту тему, потому что без осознания
того, что происходит, мы никогда не сделаем никакие выводы. А происходит страшное. Происходит политическая борьба на фоне вот той страшной трагедии, которой болеет весь мир. И это настолько страшно, это настолько цинично, это настолько гадко, что все мы в этом являемся участниками, все мы в этом являемся наблюдателями, иногда мимансом, иногда активными участниками, но мы все в этом процессе. Так вот, я вернусь к тому репортажу, который я решила сделать. Я решила проследить это страшное царство Аида на примере одного похоронного дома. Причем я взяла именно общинный русскоязычный похоронный дом, в котором нет бездомных, в котором все люди, которые заканчивают свой последний путь, уходят именно из этого дома. Это люди, имеющие семьи, это люди, имеющие возможность похоронить. Но не всегда, к сожалению, есть возможность похоронить, тогда помогают. Я просто проследила один день из жизни этого похоронного дома. Я продолжаю следить за тем, что там происходит. Так вот, я хочу вам сказать, что такое материализация коронавируса. Это когда только один похоронный дом в день хоронит от 15 до 20 человек русскоязычной общины. Мне позвонила из Сан-Диего моя очень хорошая знакомая, она была моей клиенткой когда-то. Она прекрасный врач-радиолог. Она сама бухарская еврейка, и она лидер бухарской общины в Квинсе. А Квинс, если вы слышали, это район Нью-Йорка, который больше всех пострадал и страдает, и самая высокая смертность именно в этом районе. Вы получите Элмхорст госпиталь, там есть, и там есть еще госпитали. Статистика там просто убивает. Так вот она мне сказала: Леночка, мы каждый день по несколько человек своих хороним. Это одна маленькая община города Нью-Йорк. Так вот, я провела в похоронном доме, и я увидела то, что там реально происходит. Похоронные дома задыхаются. В прямом смысле этого слова. Их не хватает. У них не хватает времени и сил хоронить. Потому что никто никогда не ожидал, что будет такой всплеск смертности. К этому нельзя подготовиться. Нельзя предвидеть то, что вы даже в кошмарном сне не можете представить. Коробки. Люди лежат в коробках. Почему? Потому что они лежат на кремацию. А кремация через 15-20 дней, потому что город не справляется. А хоронить просто на кладбище нет возможности, невозможность есть, но тоже с задержками, потому что не хватает элементарно гробокопателей. Вот такая страшная, абсолютно страшная правда жизни. Мне человеку, который побывал в Чернобыле и видел вот это все, кошмары, и не только в Чернобыле, есть вещи, которых я не хочу даже вспоминать, я вот видела вот этот кошмар через призму работы, которую выполняют эти люди. Они работают, похоронные директора и сотрудники похоронных домов. Они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если я знаю, что хозяйка похоронного дома пришла домой в 2 часа утра, в 6 часов утра она уже на работе, а ночью она не может спать. Это вот тот случай, когда ей, точно так же, как и врачам, очень многим, уже нужен хороший психолог. Им нужна уже реанимация психологическая, потому что выдержать это все, смотреть на это все, на эти пачки документов, на которых написано одно слово, и подчеркнуто желтым фломастером. Это слово называется COVID. Мне говорят, откуда ты знаешь, что эти люди умерли? Этот диагноз вместе с цифрами кодированными стоит в свидетельстве о смерти. Поэтому у нас сейчас не столько
царство живых давит на психику, только вот это царство мертвых. Когда похоронить вы не можете, и проводить вы не можете, потому что на кладбище не больше 5 человек может быть, а попрощаться вам не дадут. Я с этим столкнулась в эту субботу тоже, потому что человек, с которым я беседовала в пятницу, она говорит, ну вот у нас под очень близкий человек, 56 лет, мужчина военный, сильный, здоровый, вот его не могут уже только суток откачать. А в 8 утра мне позвонила, она говорит, мне нужна помощь вот этого коронного дома. И так постоянно, и каждый день. Мы живем во всем этом. А я, когда слышу, что кто-то мне говорит о том, что вот это неправда, мне хочется этих людей взять и просто привести вот в коронный дом, что я, собственно, и сделала. Я сделала этот репортаж вот всем своим оппонентам, которые бросают камни и говорят, это все неправда. Это все неправда, потому что где-то от гриппа у нас умерли гораздо больше, и мы ничего не знали. Но никогда в жизни, в один день, в одном госпитале или в одном похоронном доме, господа мои хорошие, не собиралось такое количество людей, которые превратились в тела. Они были еще людьми вчера, а сегодня они тела. Лена, скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас уже скоро будет перерыв, вот осталось пару минуток. Вот сегодня я прочел победную, ну так, в кавычках, конечно, реляцию от отца, главного отца города, мэра де Блазио, что на спад пошло. Ты можешь это прокомментировать? Мы достигли, вероятно, вот того плато заболевания, которое должно быть достигнуто. Но говорить о спаде, когда в течение дня умерло 671 человек, умерли. Ну да, это не 800, это не 1000. Но это не 100, которые были еще 2 недели тому назад. А это 671 человек. Я не знаю, что это и как это будет. Комментировать я не хочу, потому что он получает информацию от тех, кто ему дает эту информацию. Я жду. Я считаю, что сейчас каждый из нас должен затаиться и просто бороться за себя, за свою жизнь, потому что, спасая себя и свою жизнь, вы спасаете десятки людей вокруг вас, тысячи людей вокруг вас. У нас с Игорем старые родители, старые мамы. Я могу сказать, что это бесконечно больно не зайти к маме. Это бесконечно больно. Мы постоянно общаемся, мы постоянно с ней на связи в течение дня по нескольку раз на фейстайме. У нас эффект присутствия полный, полным обеспечением, продуктами, всем. Мы прекрасно понимаем, и мама это прекрасно понимает, что я могу являться для нее угрозой. Это должен понимать каждый из вас. Каждый из вас, будучи вы родители или дети, вы должны это понимать. Поэтому сейчас самое главное вот это меры предосторожности. У меня они уже дошли до уровня какого-то, я даже не знаю, до автоматизма полного. Ну, на самом деле, я думаю, этот коронавирус чему-то да научит, но сейчас я хочу на несколько минут объявить перерыв, послушаем важное рекламное объявление, и потом, если во второй части нашей программы у кого-то будут вот к нашей гости вопросы, то мы примем их с удовольствием. Продолжаем наш эфир. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Игорю или к Елене, пожалуйста, звоните и задавайте. 847-400-5200. Ну, а пока продолжим.
Продолжим. Напомню только, что, Лен, напомню, что если кто-то не сначала слушает, что сегодня в гостях Елена Пригова, журналист, блогер из Нью-Йорка. Пожалуйста. Вы знаете, есть вещи, которые прибивают морально настолько, что вот ты не можешь дышать. И у каждого человека это вот состояние происходит по-разному. Я, Лен, извини, да. вот только ты начала говорить, у нас появился звонок, может, мы примем? Да, пожалуйста, конечно. Слушаем вас, добрый день. Говорите, слушаем вас. Так, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Такой вопрос. А если цифра умерших в Нью-Йорке, независимо от диагноза, просто цифра, в прошлом году, в позапрошлом году, вот на этот же период, на первые 3 месяца? Спасибо. Да, конечно, конечно, такие цифры есть, у меня просто их нет сейчас под руками. Но мы сейчас говорим о совершенно о других вещах. Да, конечно, в Нью-Йорке умирает, это сезонная смерть, это сезонное все. Но никогда в жизни вот в Нью-Йорке не было такого количества смертей в течение краткого периода времени, в течение одного дня. Мы же смотрим просто, сколько смертей в течение одного дня, как распространяется заболевание, каков уровень заражения и уровень смертности. Мы говорим о том, что никогда такое количество врачей не гибли, спасая людей. Не было даже в мыслях, что врачи, да, будут спасать, будут защищать, но такого у нас никогда раньше не было. Поэтому то, с чем мы столкнулись, это какие-то совершенно беспрецедентные вещи, и говорить о них и сравнивать сегодня, мне кажется... Я бы добавил, Лен, что, кстати, вот когда ссылаются на обычный грипп, если взять соотношение... То есть им, как правило, очень за сезон очень много, да, людей подвержены болезни обычным гриппом, и действительно им умирает. Но если взять соотношение умерших от обычного гриппа, да, и переболевших, то это явно не будет нечто похожее, когда мы говорим о коронавирусе, и тем более, когда мы знаем, что если обычный грипп, есть определенные средства, которыми можно... пользуясь все-таки даже без усилий врачей решить вопрос. Вы понимаете, Игорь, тут самое страшное другое. Я, наверное, отвечу это тоже нашему слушателю. Заключается в том, что врачи не знают, что это такое. У врачей нет протокола лечения. У врачей нет ничего. Врачи работают по принципу, давайте попробуем это. Все говорят о кислородных вот этих ИВЛ. Оказывается, что их применяют по отношению к данному заболеванию, ну, неправильно, потому что люди умирают именно под воздействием давления, которое оказывают эти аппараты. И у врачей я... постоянно слушаю вот интересных врачей, блогеров, которые пишут на эту тему. Я вчера слушала целую 1,5 часа медицинскую конференцию. Я там даже знакомые слова находила из того, что они говорили. Но речь идет о том, что когда президент предлагает что-то, он предлагает какие-то... Он говорит о каких-то вещах, которые, возможно, помогут, то тут же возникают политические оппоненты. И у нас сейчас идет самая простая ситуация, при которой мы не можем ничего предпринять, потому что у нас всем руководит Всемирная организация здравоохранения, которая дает рекомендации. И у нас существуют политики, которые дают рекомендации. У нас существуют врачи, которые не могут лечить. И у нас в нашей стране самая большая беда. Эта беда – это политики, которые влезли в вопросы медицины. Допустим, у нас, если президент сказал что-то, то, по крайней мере, господин Куомо, наш губернатор штата, который был в оппонентах у президента, можно сказать, в оппозиции, сейчас его он поддерживает, но
он высказал свое отношение к употреблению этих лекарств, и в результате в протоколе применения лечения этих лекарств нет. И вы находитесь в городе Нью-Йорке, и вы подчинены Нью-Йоркскому управлению здравоохранения, и вы на свой страх и риск, на свой страх и риск будете делать. Я прошу прощения, это будет бесконечно. У меня эфир. Потому что они по всем телефонам будут звонить сейчас. Я понимаю. Кстати, нет ли у нас звонков, Сереж? Есть. Да, ну тогда попробуем принять. Я просто закончу фразу. Ну давайте, добрый день. Алло, там здравствуйте. Идет просто человек, да. Слушаем вас. Вы можете, конечно, меня поправить. Скажите, пожалуйста, вот, конечно, вот эта жуткая статистика, которую нам подают по количеству фатальных исходов. Но ведь известно, что есть целый ряд людей, которые заболевают как-то достаточно легко, и их никто не тестирует. То есть они вообще-то уже не входят по количеству зараженных. Да. Поэтому, вот, скажем, в Корее там тестировали почти 100%. А что в Нью-Йорке, что в Чикаго? Ведь протестироваться практически невозможно, потому что тестеров нет. И поэтому я говорю, что есть определенное количество людей, которые заболевают, наверное, уже. Спасибо. Довольно несложно проходит, но они не входят вообще. Да. Смотрите, у нас действительно нет тестирования. Корейская система оказалась, в общем-то, очень действенной. И, к сожалению, мы не последовали их примеру. У нас просто нет тестов. У нас тесты выдаются только тем, кто, опять же, существует определенная шкала, вот, по которой вы можете определить, заболели вы или не заболели. Вот вы ответите на эти вопросы. Раньше там было 3-4 показателя, теперь уже 10 показателей ввели симптоматических. И, да, в Чикаго то же самое. Ничуть не лучше в этом смысле. Что я прошу прощения? Не слышно вас. Повторите. А в Чикаго примерно то же самое. Ничуть не лучше в этом смысле. Ну, конечно. У нас одна и та же система. При этом, смотрите, пока у вас не будет явных признаков, когда у вас не будет температуры, кашля, то есть это тот случай, когда... Все. Это вы уже заразились. Да, а вот я и говорю, что есть случаи, которые не подходят под эти градации, а на самом деле это есть это заболевание, но они не входят вообще, не тестируются. И поэтому статистики их нет. Система определения заболевания настолько несовершенна, потому что у нас тестируют заболевание только у тех людей, которые обратились уже, имея признаки этого заболевания. И у нас несовершенна система и определения заболевания, и система выдачи свидетельств о смерти. Потому что вы могли умереть дома, а умирают люди дома, и вам пишут, умер от коронавируса. Вы не знаете, от чего человек умер, но в данном случае я не хочу устраивать никакие теории заговоров. Я просто говорю о том, что я видела своими глазами, что пишется в тех или иных бумагах. Потому что обычно вот что получается? Как можно сделать среднестатистические какие-то данные? Есть статистика, сколько примерно человек хоронит тот или иной похоронный дом в день. Ну, это, ну, 3, ну, 4, ну, максимум 4. Обычно больше не хоронят. А тут, когда до 20 доходит, то сразу возникает вопрос, что да, среди этих людей, которые ушли в другой мир, есть на их свидетельствах о смерти, нет вот этой желтой черточки, не написано COVID. Они в таком меньшинстве. Вы себе не представляете, я снимала специально вот эти огромные столы, на которых вот лежат папки вот с этими делами, как говорится, умерших, свидетельствами, документами, справками и всем-всем-всем. И только одна там пятая или шестая часть этого всего – это люди, которые ушли естественным каким-то путем. Вы должны понимать еще… Извини, пожалуйста, я тебя прерву, потому что идут звонки сплошные, может, мы будем более… Хорошо, давайте. Да, слушаем вас. Да, добрый день.
Добрый день. Я еще раз, простите, хочу повторить вопрос. Вот не надо никаких слов, никаких диагнозов. Гриппа, ничего не надо. Ну, пожалуйста, назовите цифру, сколько на этот период умерло в этом году, в прошлом и в позапрошлом. Вот я очень люблю надо. Людей Спасибо. Настойчивых. Я вам точно так же настойчиво повторяю то, что я уже сказала раньше. У меня нет перед собой этих данных. Если бы я имела перед собой эти данные, я бы с вами говорила и обсуждала эту цифру. У меня нет этих данных. Ну, тут это еще... Это беспредметный разговор будет сейчас. Я понимаю, от чего эти такого рода вопросы возникают. Потому что, согласно мнению некоторых и блогеров, и людей сторонних от медицины, существует такая теория, что сейчас из-за материальных определенных моментов выгодно подписывать под уход от коронавируса даже тех, кто не уходит. Но это мой комментарий, а мы примем звонок. Добрый день, слушаем вас. Ты ответишь и мне потом. Здравствуйте. Да, добрый день, слушаем. Вы знаете, я давно слушаю эту даму, Лена Бригова, да, Бригова. Она, у нее всегда очень пессимистический на все взгляд. Но то, что вы хотели нас всех напугать, это совершенно четко. Я бы, например, будучи журналистом, и называя эти цифры, проанализировала их, из какого, каков состав населения давайте, в этой так, области? Как, все, это бесполезно. Люди, чем давайте начнем сначала журналист. Мне хочется сразу сказать всего доброго, хорошего дня. Да. Не верьте, закопайте голову в песок, не анализируйте ничего. Живите в своем радужном царстве. И будьте здоровы при этом. Я вам желаю огромного здоровья. Потому что когда людям пытаешься объяснить, можно не замечать войны, можно не замечать бед каких-то, можно вообще на это не обращать внимания. Но журналистика, между прочим, это я отвечаю и даме, и остальным дамам, мужчинам, это о том, чтобы говорить правду. Потому что я никого не запугиваю, я просто предупреждаю о том, что, господа мои хорошие, ваше спасение на сегодняшний день зависит от вас. От вас. И я никого не пугаю. Вы вправе со своей жизнью делать все, что хотите. Но в эпоху коронавируса ваша жизнь не только вам принадлежит. Потому что вы, может, даже не будете знать. Но через вас кто-то может погибнуть. Только и всего. Коротко и ясно. И поэтому сидите дома, радуйтесь телевизору и виртуальному миру. Если вы знаете, что такое виртуальный мир. Слушайте сплетни, наполняйте холодильник, наполняйте свою информацию исключительно положительными котиками. Они, кстати, тоже начали заболевать. Они не являются опасными для жизни человека, но человек, как оказался, тоже явился опасностью даже для тигров Нью-Йоркского зоопарка. Я вас не пугаю, я вас информирую. Лена, ты послушай, так интересный происходит момент в том, что когда объективную даешь картину, это называется запугиванием. А когда даже религиозные конфессии, учитывая тот момент, даже в такой светлый праздник, не делают того, чего не надо делать, а это не учитывается. У нас звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло? Да, говорите. Здравствуйте. Да. Вы знаете, я бы хотела узнать как бы в практической плоскости, в связи с тем, что вы, Елена, общаетесь с врачами тоже, что они говорят? Есть ли какой-то прогресс в изучении этого заболевания? И есть ли какая-то динамика в излечении, несмотря на все вот эти вот проблемы неизвестности с этим заболеванием? А хотелось бы вот это узнать. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, Лена. Ну, наверное, он немножко преждевременный, как мне кажется. Вы знаете, я слушаю врачей, потому что сами врачи, которые там работают, они пытаются найти какой-то протокол лечения.
А пока что этого протокола лечения для всех одинакового нет, потому что его нет на государственном уровне. А у нас же, к сожалению, предписания идут очень простые. Вы должны делать то, что вам предписывает свыше. Потому что у нас же в свое время Обама Кер сделал вот эту систему, таблицу того, что вы можете делать, а того, чего не можете делать. И вот какие-то бюрократы от медицины сидят и решают. У нас произошло самое страшное то, что могло произойти. У нас врача убрали из системы пациент и доктор. Да, бюрократия свое не упустит, это понятно. Так, у нас есть еще звонок, извини. Добрый день. Да, уже нету, да? Алло, что? Алло. Да, сорвался. Сорвался. Ну, хорошо, если хотите, то перезвоните. Извини, Лен. Да. Я просто хочу сказать, что врачи сейчас берут и лечат вот элементарные протоколы. То средство от малярии, о котором говорил Трамп, в сочетании с... В сочетании с Зипаком, оно где-то работает для кого-то, а для кого-то не работает, дает совершенно другие побочные эффекты, побочные результаты. Но когда нет ничего другого, то пытаются... Ну, идет поиск, иначе говоря. Но определенности дело нет. В том, что когда... Тут же, опять-таки, система нашей медицины. А врач это может использовать, но официально на уровне города ему не разрешено это делать. И он рассказывает пациенту, что вот мы можем попробовать. И пациент может подписать такой consent form, а может подписать, может не подписать. А если, не дай бог, что-то случится с пациентом... Ну, не каждый врач на это пойдет, ты понимаешь? Да, просто если что-то случится с пациентом... Все, тогда это большие иски и так далее. У нас есть звонок, Сереж? Не дождался. Ну, хорошо, ничего ладно. Страшного. Мы, да. Дело в том, что я не знаю, какая ситуация в вашем городе. Я знаю, что в нашем городе у нас очень много зависит от нашего мэра, который делает все, чтобы войти в историю города как самым безответственным, преступным в своем понимании и видении того, как должен развиваться город, мэром Нью-Йорка. Я говорю о де Блазио. Это человек, который затянул на 2 недели карантин. Ну, вместе с тем он затянул его не сам, а вместе с Куомо. И вот уже та же газета «Нью-Йорк Таймс», казалось бы, я была поражена вчера, прочитав, что позавчера, что именно благодаря вот этой задержке, промедление, которое смерти подобно, город мог бы, если бы вовремя объявили карантин, город мог бы сократить количество заболевших и смертность от 50 до 80%. То есть вот такая простая статистика. 50% заболевших могли бы не заболеть. Да, и причем, учитывая, что Нью-Йорк дал вот эту негативную статистику по стране, можно сказать. Так, у нас есть звонок? Да. Да, пожалуйста. Здравствуйте. А вот я бы хотела спросить. Ну да, Блазио, конечно, типичный левак, ничего не умеющий, ничего, естественно, и не делающий. А как насчет Куомо? Потому что его так превозносят эти левые СМИ, средства массовой информации, что, на мой взгляд, это примерно то же самое должно быть. Но что вы считаете, как нью-йоркский житель? Спасибо. Я считаю, что те, кто выбрали... Блазио, преступники. И они посадили нам преступника на голову. Я считаю, что этот человек должен сидеть в тюрьме, а не занимать кресло градоначальника. Потому что благодаря этому человеку у нас, именно благодаря ему, все, что происходит, и происходит в нашем городе. Я знаю одно. Вот маленький такой пример. Я сейчас как раз занимаюсь этим, буду об этом писать. У нас в городе 60 или уже больше даже, около 70 тысяч бездомных. Вы представили себе число это? Так вот, эти люди являются рассадником заболевания, потому что сколько бы им шелтеров ни делали, ни устраивали, они все равно выходят, и вот у них есть такой момент, когда им привозят питание, еду. И вот эту еду им привозят, они все стоят, вот, как
когда говорят, дистанция должна быть, они все стоят в одной куче. 50-80 человек, без масок, без всего. А потом они разъезжаются или расходятся. И разносят с собой то, что они принесли. И дальше это идет бесконечно. А эти бездомные появились именно во время нашего мэра Ди Блазио. И точно так же, как в прошлом году, в январе прошлого года, 600 тысяч, у нас же город-убежище, так же, как у вас, у нас 600 тысяч, извините, нелегалов, ой, простите, нельзя назвать нелегалом, недокументированных граждан. Так вот, эти 600 тысяч получили от города в прошлом году, еще в январе месяце, 100 миллионов долларов помощи. Как вы считаете, можно выкарабкаться нам, имея вот этот рассадник? Лена, там, извини, тут все понятно, можно даже не продолжать. Мы можем много чего добавить. Хотя живем в другом городе, но читаем. Об этом не понял. Ну, про Куома несколько слов, может быть. Значит, про Куома. Я не люблю популистов при власти, с какой бы стороны они ни стояли. Справа, слева. Ослами они были или слонами. Куома типичный популист. Куома много говорил, много сопротивлялся. Он типичный представитель Нью-Йорка. И я смотрю сейчас очень интересные сериалы документальные о мафии. Там вот начинается все с итальянской мафии. Мне кажется, что любой портовый город очень характерный. И руководят этим городом те люди, которые выбираются... Вот теми ребятами, которые никак не ушли из жизни этих городов с 30-х годов. То есть не случайными, скажем так. У нас звонок, если вы не возражаете. Да, пожалуйста. Ну, наверное, уже последний, мы скоро закончим. Да, слушаем вас. Добрый день, Игорь, Сережа, Лена, это Света. Я хотела бы... Ну, немножечко подискутировать, может быть, с Еленой. Я очень уважаю вашу точку зрения, я всегда слушаю с большим вниманием всегда вот ваши выступления. Сегодня, честно вам сказать, я немножечко, не знаю, расстроена, опечалена, честно говоря, немножечко вот не согласна с вами, потому что я понимаю эмоциональность жителей Нью-Йорка, и мы сочувствуем, и все наши соболезнования всем, кого коснулось и кто пережил эту страшную трагедию. Но вот сегодняшнее ваше выступление в данном случае, например, по поводу закрытия на карантин города на день раньше, на две недели позже, это позиция левого истеблишмента, понимаете? Это их точка зрения. Теперь это все подводится тому, чтобы в итоге... Сразу, спасибо, Светлана. Сейчас сколько на ответ время есть. Да, пожалуйста. Абсолютно неправильное восприятие. Я прошу прощения, что я так категорично, потому что существуют документы и существуют фразы, слова и выступления тех или иных деятелей политических. Так вот, когда Трамп сказал о закрытии, о карантине, вот тут и началось. Я специально собрала подборку статей редакционных разных газет, и вот именно левые били Трампа за то, что он устроил. И именно наш Ди Блазио, и именно наш мэр Куома, именно они говорили о том, что все нормально, можно пойти на китайский Новый год, отметить, все замечательно, выходите, общайтесь. И это все, как говорится, рукописи не горят, это все есть. Извините, мы уже выходим из эфира. Спасибо за тебе, Лена, за то, что... Как всегда не хватает времени. Да, как всегда не хватает времени, но до новых встреч. Я хочу просто пожелать вам всем, оставайтесь здоровыми, оставайтесь, сохраняйте дистанцию и помните о том, что, я не знаю уже, правые, левые, что бы ни говорили, карантин и маск. И вот нужно сидеть, займите себя и будьте здоровы. Береги себя тоже и до новых встреч. Счастливо. Всего доброго.